Всем привет, друзья! Привет из Анапы! Я только что приехала из светофора, пыталась показать вам новый обзор. Меня попросили не снимать, и вышло очень маленькое, такое коротенькое видео. Но я закупила продукты, и сейчас хочу вам показать, что я купила и по каким ценам. Варианты все эти проверенные. Несколько раз я была уже в этом светофоре, который находится на Субсекском шоссе. И сейчас мне нужно отправить посылку со сладостями. И я начала закуп свой вот именно с печенюшек и с конфет. Покажу сейчас вам, что я купила. Вот все, что у меня на столе, это мои покупки. И расскажу про цены. Значит, в первую очередь я смотрю на даты, на состав. И вот все, что у меня лежит на столе, куплено уже несколько раз. Эти же продукты покупают мои знакомые. И мы, в общем-то, довольны. Просрочки никакой не было. Но в светофоре нужно быть очень внимательным. Ни мясо, ни курей, ни рыбу мы свежую, свежезамороженную никогда не покупали. Она один раз мы купили, она была просроченная, очень невкусная. Ну, начнем. Вот такие печенюшки. Килограмм 81 рубль. Вот такие какао с молоком и с шоколадом. 51 рубль. Кексики с джемом, с лесным орехом, 79 рублей. Ну, здесь такая упаковочка небольшая, полкилограмма. Расфасовки конфет идут по килограмму. Вот килограмм желе, такие вот конфетки, 139 рублей. Такие печеньки шоколадные, 79 рублей. Вот такие конфетки, килограмм, 109 рублей. Упаковочка чак-чак, 49 рублей. Казинаки упаковка, 42 рубля. Ну, вот на пробу я взяла макарошки из твердых сортов. Наш Краснодарский край, 21 рубль. 400 грамм мармеладок, 41 рубль. Шампионы нарезные, упаковка, килограмм, 122 рубля. Очень хорошая цена, эти грибы я уже покупала. 100% такие натуральные. Можно и гороховый суп, в гречневый суп добавлять. Можно грибной сварить суп, можно обжарить. И на пробу взяла вот такие чебуреки. Вот у меня знакомая брала, говорит, на работу мужу пробовала. Уже просто поджариваешь, вкусные. Килограмм фарша фермерского, 137 рублей. Вот такие Галина Бланка, две упаковочки по 13 рублей. Здесь же у меня из продуктов, из сладенького, что еще есть? А, из сладкого вафли только, вот вафли. Покажу, вот такая упаковка, полкилограмма, шоколадные вафли, 51 рубль. Ну и сладкого, наверное, все. Что дальше? Приправы, вот такие большие упаковки, по 18 рублей. Здесь смесь приправ, здесь черный перец молотый и с куркумой для курицы и с мясом. Такие вот приправки, по 18 рублей. Чай краснодарский заваривать в чайничке, 69 рублей, 250 грамм. Тоже покупала уже, нам понравился. Такой черный, среднелистовой. Ну, а вот сразу тогда про бутылку вам скажу. Вот это хозяйственное мыло, бутылка. Это бутылка трехлитровая. Стоит 99 рублей. 90 копеек. Я перемываю все в ванной, плитку мою этим мылом, мне очень понравилось, и добавляю, когда занимаюсь садом-огородом, добавляю в раствор. То есть я это мыло добавляю в луковую шелуху, делаю настойку, и потом цветы свои побрызгать можно, деревья опрыскать. В общем, незаменимая штука. Мне очень понравилось это хозяйственное мыло. Я уже покупала и еще раз купила. Лавровый лист по 10 рублей упаковочка.
Вот такие шоколадки, 5 штучек, 42 рубля. Барбекю соус 43 рубля. Сыр, твердый сыр, тоже уже покупала. Ну, сыр там разный, можно выбрать. Самый недорогой 380 рублей. Ну, вот я покупала вот этот сыр. Мне очень понравился этот сыр. Эддам называется. И вот такое маслице, упаковочку. Тоже покупала. Было и масло, и спрей. Можно было выбрать разные упаковки. Но вот мы уже покупали это масло. Тоже нашего края. И сметанку. Так, ну что еще с продуктов? А, вот с продуктов еще мужу купила. К пиву лосось. Упаковочка 52 рубля стоит. И вот такая вот баночка икры трески. 39 рублей. Так, ну из продуктов, наверное, все. А, еще вот супчик, ланч по 18 рублей. Так там, на всякий случай, 4 штучки. Иногда муж с собой на работу берет. Еще приобрела аджику. 39 рублей. Такую вот. Ну и все, да? Да, из продуктов все. И немножечко купила женских штучек и хозтоваров. Вот упаковочка такая классическая стоит 18,50. Паста 25 рублей с прополисом. Упаковочка щеток 35 рублей. Мыло 180 грамм банное. Такое мыло я видела по 42 рубля. Я его купила в Магните. Мужу оно очень понравилось. Хорошее банное мыло. А тут вот я его увидела сегодня и купила. Влажная туалетная бумага. Написано эконом-вариант, но она очень большая. Тут 80 штучек. Вот в дорогу очень удобно брать. Или на работу. А, вот еще про кофе забыла сказать. Вот такая вот большая упаковка. 187 рублей стоит. Ну, вот иногда хочется попить. Завариваешь. Ну, нам нравится. Дальше что? Ушные палочки. 39 рублей. Вот такая упаковка. 500 штук здесь. Что еще? Масло. Ой, это мыло жидкое. Пальмира. Часто я его покупаю. Особенно жирные пятна отстирывает хорошо. Или вот рабочие вещи, которые муж приносит. Я прям замазываю это место. И потом хорошо отстирывается. Антижир. Вот антижир я уже покупала несколько раз. Такую вот большую упаковку. Она стоит 52 рубля. Здесь, сейчас я скажу вам, сколько здесь. Литр. Вот. Тоже неплохое. Надолго хватает. Очень экономичное. И очень хорошо чистит донышко. Сковородки, кастрюли, саму плиту. И еще, если там на плитке потеки какие-то остались после жарки, быстренько уберешь, и никаких проблем. И вот такую лимонную сыпучую взяла. 18 рублей. Так, что еще? Что еще? Так. Вот такая упаковочка. 8 штук металлических. 43 рубля. Цены хорошо помню, потому что я сейчас пересмотрела ценник. Вот у меня этот ценник. Я вам сейчас скажу, какая там общая цена у меня вышла. Все, что я покупала, я перепроверяла. Поэтому я помню очень хорошо. И вот взяла на пробу. Ну, не знаю, мужу понравится или нет. 67 рублей. Для бритья. И вот такие одноразовые станочки он у меня попросил. 104 рубля. А, вот, друзья, я вам еще забыла показать. Вот я уже брала такие приправки. Значит, одна приправа для мяса, а другая приправа букет перцев. Там и горький, и сладкий перец, и белый, и черный, и красный. Очень аромат вкусный, мне понравилось. Я покупала, еще раз решила попробовать. 39 рублей 60 копеек.
если меня память не изменяет. Да, 39 рублей 60 копеек. Вот. В общем, вот общая стоимость. Так, сейчас я вам скажу, вот за все, что я купила. Вот видите? 3 359. Я забыла еще сказать вам, что я приобрела небольшой вот такой тазик. А вот тазик я забыла, сколько стоит. Кажется, рублей 40. Сейчас посмотрю. Да, 42 рубля 90 копеек. Так что, друзья, вот такой у меня сегодня был закуп в магазине «Светофор». Адрес я оставлю под видео. Пробуйте, экспериментируйте. Не всегда там продукты просроченные. И некоторые говорят: о, это для бедных, это такой нищебродский магазин, ничего подобного. Я вижу, какие машины приезжают, люди отовариваются. Поэтому я бы не сказала, что это для нищебродов, как многие выражаются. Вот, ну, не будем говорить, где. У меня знакомые есть, мне там в комментариях писали, когда я первое видео выложила. У меня был обзор магазина в Астрахани, и я эти удалила комментарии. Поэтому я сегодня специально решила вам показать, может, кого-то заинтересует этот магазин. Вот можно что приобрести в этом магазине. Конечно, выбор там большой, там очень много спиртного, напитков и различных баночек, тушенки, горошек. В общем, бакалеи там выбор большой. Так что, если запланируете, друзья, Субсехское шоссе, город Анапа. Всем пока!